Всем привет! В самом начале видео я вам покажу вот такие шикарные краски. Это орхидея Сога Лоуренс. С момента, как я ее принесла домой, не перестаю восхищаться и удивляться. С дикцией все те же самые проблемы. Думаю, осталось мне немножко. На улице у нас сегодня хоть и небольшой, но минус. Тем не менее, солнце яркое весь день было. И слышно, что даже капель случилась. Ночью была посылка. Посылка была огромная. Я не спала. Хочу спать, естественно. Приехали азиатские подростки. Так как я показываю вам цветущую Сога Лоуренс, то и принесла Сога Лоуренс. Во всех возможных приспособлениях я их поливаю, потому что приезжают они вот в таком виде. Как правило, хотят пить. Листики надо протереть. Горшок практически отходит от мха и корней. Все, что говорит о том, что это Сога Лоуренс, это номерок. Эти уже попили, листики я им уже протерла, горшочек полностью наполнился, мох расправился, корешки зеленые, слава тебе, Господи, свет, подумал, этот Сога Лоуренс, и этот с ним тоже. Приехало очень много всевозможных красавец, и я вам немножко покажу, как они приехали. Сога Лоуренс. Я вам показывала цветущий. Это было Голландия. А вот это перевернутый цветочек вверх ногами. Приехал из Азии. Это воду. Еще немножко, и цветочек откроется, я надеюсь. И как вы видите, это все у меня на очереди на полив. То, чтобы протереть. И почти все они с цветоносами. Я думаю, что это цветоносы. Часть росла прямо в дороге, такие светлые. Вам, наверное, сильно слышно будет, как капает за окном. Стучит уже. Стучится весна к нам в Сибирь. Орхидей много, орхидеи разные. Ссылку на чат Telegram я размещу в комментариях под видео. Какая прелесть, согласитесь, два цветоноса, горшок большой, шестьдесят два. Вот такая красота будет. Буквально вчера у меня расцвела вот эта орхидея. Это подарок. Мне ее подарила Лена в размере 1,7. Это было прошлым летом. И прошло полтора года. Вы видите, у меня зацвела бананка. И будет еще цвести. Такие прям черные бутоны. Лена сначала даже засомневалась, что это она. А вдруг не по сорту что-то зацветет. Мне приехало немножко орхидеи в 1,7. Только что я прям отговорила. Не берите, подождите. Пусть они у меня постоят.
пусть они у меня тронутся корешки, потом придете и купите. Вот такой вот я продавец. 1,7 у меня особое отношение, ставлю на особое место, где много-много солнца и есть влажность. Да, у меня тоже такое есть, и именно для вот этих малышат. Сегодня же продала змеиную кожу, все корни тронулись в рост, не стыдно предлагать. А эти пока пусть стоят, а вообще в будущем она будет вот такая. Кто не боится, кто уже умеет с ними справляться, то, конечно. А для новичков, мне кажется, лучше подождать. Не торопиться. В нашем деле спешить некуда. Прям капает. У нас вроде бы уже солнышко село, и прям капель за окном. Отдельно хочу показать. Орхидеи пестролистные. Вот это стюартиана. И она с цветоносом. Они приехали. Прошлое поступление с небольшими цветоносиками. И вот. Представляете, вот столько будет цветочков шикарных. Такие конструкции всевозможные. Если раньше у меня все было в кашпо, все ровно, по цвету подобрано, то теперь... Главное, чтобы орхидеям было хорошо. Вот такая красавица пестролистная. И тазочки поливаются еще пестролистные. Смотрите, какая красивая. Мама дорогая. Прелесть такая. Где-то листик растет вообще. Смотрите, что за чудо. Здесь несколько стюартиан и филиппинес. Видите, вот он растет какой. Светленький такой, он потом потемнеет. Видите, какая красота. Они без цветоносов. Кстати, если вот белая стюартиана с цветоносом, то эти пока нет. Вот они у меня тоже в тазочке пьют. Все пьют, где, кто, во что гораст, куда я их поставила, с дороги. Видели свет, увидели водичку. Кто-то вот тут цвести собирается. У меня такая жизнь кипит, орхидейная дома. И покажу еще одно чудо, которым я начинаю день и заканчиваю. Я обожаю линопсисы, но как я люблю башмаки. Представляете, он зацветет еще немножко. Тоже пестролистный, красавец. Но это уже совсем другая история. Орхидеи фаленопсисов у меня много. Обращайтесь, приедет еще много и цветущих, и сони, и все подряд. Все. Не буду отвлекать вас от своих дел. Поразглядываю еще, посижу. И буду дальше поливать. Пока-пока.